После того, как борьбу намеревались, но так и не исключили из олимпийских дисциплин, она как будто пережила в России второе рождение. Немалую роль в этом сыграло и высшее руководство страны. С 1952 года борцы сборной СССР, а затем и России, показывали лучшие результаты в мире. Сегодня это один из самых массовых видов спорта в стране. 400 сильнейших атлетов из 40 регионов собрались в Сочи. Это юниоры 18-20 лет. По словам наставников российской сборной, среди участников уже есть звезды, которые могут зажечься на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. С 1/8 финала начинайте их фотографировать, чтобы запомнили. Я думаю, через 2 года в Бразилии на Олимпиаде кто-то будет. Это там такие тигры сейчас, такие ребята, так они работают. И такую технику показывают. Вести борьбу с российскими спортсменами будут также представители Абхазии и Южной Осетии. Кстати, Северный Кавказ – один из самых сильнейших регионов в этом виде спорта. Участникам предстоит сойтись в нескольких весовых категориях и выяснить, кто поедет на первенства мира и Европы, которые пройдут в Хорватии и Польше. В Сочи им на это дано 3 соревновательных дня. Для города Сочи это очень знаковое событие, спортивное событие, потому что оно проходит на территории Олимпийского парка. Мы надеемся и мы уверены, что такие соревнования такого уровня привлечет большое количество гостей к нам. И уверены, что в дальнейшем такие соревнования будут проходить в городе Сочи регулярно. Спортивные события на олимпийских объектах будут проводиться регулярно. После первенства России по вольной борьбе среди юниоров в Адлер-арене уже 3 мая стадион «Большой» примет участников и болельщиков ночной хоккейной лиги. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.